Всем привет, ребята! С вами Тёмыч. Ну что, до Нового года остались считанные часы. Сейчас у нас 31 декабря, и у меня выдалась наконец-то свободная минутка от моей такой интересной работы. Я работал весь месяц, можно сказать, без выходных. И что хотелось бы пожелать всем подписчикам, вообще всем людям в наступающем 2021 году. Наверное, самое главное, чтобы мы не были обременены работой, чтобы у нас было больше времени на свою семью, на детей, у кого они есть, и на занятия тем, чем им реально нравится заниматься. Вот. Желаю всем также в новом году найти ту работу, которая будет им по душе, которая будет им нравиться, которая будет приносить им такой доход, что они будут нуждаться абсолютно ни в чем. Просто, вот, мне кажется, самое основное. Работа, которая не напрягает, и ты больше времени находишься со своей семьей и со своими любимыми занятиями. А себе бы я бы хотел пожелать лишь, наверное, одного, а конкретно следующего. Все поставленные цели на год, который от нас уходит, 2020, я, в принципе, достиг. Купил мотоцикл, собрал хороший компьютер. Этот год дал очень многое, но, к сожалению, он забрал у меня еще больше. Так что, ребята, есть одно такое самое основное желание, чтобы на моем канале в следующем году я наконец-таки дошел до своей первой 1000 подписчиков, и чтобы о нем постепенно, не все сразу, пускай узнали, пока вот он был только на так, надо стараться больше, и чтобы к следующему году моя 1000 у меня уже была, и больше народу узнали о моем канале Здесь есть Тёма. А если вы не подписаны, то подпишитесь, я буду очень рад этому. Так что всем счастливо, ребята, всем пока, увидимся в 2021 году. Всех обнял, счастливо.